Сегодня мы с вами будем делать сундучок на свадьбу для денежек. Я уже приготовила с картона, склеила вот такой сундучочек и буду его обклеивать атласной тканью. Обклеивать я буду в два слоя, чтобы меньше просвечивалась наша коробочка. Натягиваем. И используем наш клей, термоклей. Боковые части я загибаю вот таким образом и приклеиваю. И таким образом приклеиваю, делаю как ножку. Вырезали мы отверстие. И теперь будем обклеивать золотистой лентой, чтобы не было видно вот этих вот лоскутков ткани и ниток. Приклеили мы ленточку, а поверх нее приклеили сердечки. Это вот такая вот лента у меня. И с этого бока точно так же. По два сердечка на краешек клеим. Приклеили. Теперь мы будем приклеивать вот такую ленту. Эти ленты мы будем приклеивать вот так вот. И вот натянули мы эти две ленточки. Сейчас мы будем украшать вот такой вот лентой. У нас они, видите, тоже с золотом и сердечками. И тут мы будем делать бант. Добавляем серединку, бусинку. Так, теперь вот тут мы тоже так вот делаем.
может пониже пусть. Вот так вот скрепим. Так, туда мы будем эту клеить. И тут точно так же мы делаем на второй стороне точно такой же бантик, вот я делаю. Украсила я бусинками и ленту приклеила наискосок. С этой стороны тоже. И получилось у меня вот такой сундучочек. Всего вам доброго, до свидания.